Это вторая волна или просто подъем заболеваемости? В Москве Сергей Собянин снова, как полгода назад, рекомендовал пенсионерам не выходить из дома, а крупным компаниям перевести сотрудников на удаленную работу. За неделю число госпитализаций в столичные больницы выросло на треть. Что будет дальше? Ведут ли снова режим самоизоляции и какая сейчас обстановка у нас в регионе? Расскажет мой коллега Дмитрий Шхузин. Он сейчас в студии. Дима, сколько продлится этот новый карантин для пожилых людей в столице? Хотя об ужесточении ограничительных мер стало известно из личного блога мэра Москвы Сергея Собянина. Однако, как долго продлится эта самоизоляция для пенсионеров, пока непонятно. В своем обращении глава столицы попросил жителей старше 65 лет не выходить на улицу, за исключением аптеки и магазинов продуктов. Однако уже многие отметили, что в этот раз москвичи остались без медпомощи, как, например, это было в марте этого года. Тогда пенсионерам выделили по 4000 рублей. В первую очередь я обращаюсь к москвичам старшего поколения, нашим папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Ну, конечно, это касается и всех жителей города. Начиная с августа, в Европе вновь ощутимо растет заболеваемость COVID-19. К сожалению, и в Москве в последние дни мы видим значительное увеличение числа выявленных случаев коронавируса. К тому же приближаются холода, а с ними традиционный рост простудных заболеваний. Поэтому, начиная с понедельника, 28 сентября 2020 года, мы просим вас оставаться дома. В своем обращении Сергей Собянин также призвал все крупные московские компании перейти на удаленку. По данным издания РБК, городские власти направили рекомендательные письма более 5000 компаний, чтобы те максимально ограничили контакты людей. Такие крупные компании, как Сбербанк, Яндекс, Ростех, уже ответили и сказали, что готовы перевести на дистанционку 50% своих сотрудников. В это же время в Петербурге у больниц снова появились очереди из машин скорой помощи. Об этом 23 сентября эмоционально высказался на своей странице в Facebook генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах. Власти объяснили такую очередь нормами Роспотребнадзора. Они запрещают принимать в смотровой более одного человека, поэтому пациентам приходится ждать в машине. Красноярские власти пока о новых ограничениях не заявляли. Да и, как известно, в развитии ситуации с коронавирусом от Москвы мы отстаем примерно на 2 месяца. Сейчас в нашем регионе заполненность ковидных госпиталей немного превышает половину, говорят в Минздраве. По данным краевого Роспотребнадзора, в регионе регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Сейчас она ниже эпидпорога на 1,6%. Чаще всего болеют дети в возрасте 7-14 лет и взрослое население. Процент заполняемости коечного фонда для пациентов коронавирусной инфекции в крае 59%, в Красноярске 52,6%. Говорят, резерв есть, и аппаратов ИВЛ хватит. И примерно такая же ситуация в других регионах страны. Сотрудники издания РБК поговорили с руководством Минздрава десятков субъектов. И везде их заверили, что есть запас коек и резерв аппаратов ИВЛ. Якобы власти уже извлекли урок, как бороться с коронавирусом. А люди поняли, как нужно себя вести. Понятно, что за развитием ситуации с коронавирусом внимательно следят прежде всего бизнесмены. Будут ли снова закрывать торговые центры, рестораны и фитнес-центры, никто не говорит. Пока только усилили рейды. Проверяют, как предприниматели соблюдают меры безопасности. Московский ЦУМ, например, оштрафовали на 1 миллион рублей за отсутствие масок у сотрудников. В Красноярске пока же таких огромных штрафов не было. Да и бизнесмены говорят, что все предписания они соблюдают. Вирус и так подкосил компании, так что о нарушении правил не идет и речи. Вот что говорит ресторатор, соучредитель холдинга «Беллини Групп» Анатолий Ващенко. Тот шок, который мы испытали в марте-апреле, вот шок бездействия, наверное, он у нас сейчас не постигнет. У нас уже есть план «Б» и план «С» даже. Но очень бы не хотелось. Я думаю, что Красноярск, вот он более как-то спокойно выглядит на этом фоне того, что, как я уже говорил, в Санкт-Петербурге это бесчисленное количество людей. У нас как-то вот мы ровненько идем. Я надеюсь, что именно волны какой-то не будет. Я очень на это надеюсь. И главный вопрос, что это, вторая волна или еще нет? В Федеральном Роспотребнадзоре сегодня заявили, что мы все еще переживаем первую волну. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, носить маску, соблюдать социальную дистанцию и чаще мыть руки. У меня на этом все. Катя.